Московская консерватория имени Чайковского. Таланты, известные всей стране, вышли из этих стен. В советское время выросла и расцвела яркая плеяда музыкантов. Они не сразу стали такими, какими мы их знаем. Путь их восхождения требовал труда, терпения, воли. Музыкальный талант как алмаз. Его надо найти и обработать. Умным и чутким людям поручило государство эту важную задачу. Позади парадного фронтона консерватории, в тихом московском переулке, находится музыкальная школа. В годы войны для нее выстроено было новое здание. Школа особенная. Операторы студии кинохроники посетили эту школу и запечатлели один день ее жизни. Это будущие музыканты. Пока что без мамы или бабушки они не расстегнут собственного воротника. Пришел Таврит. Этот самостоятелен. А вот закадычные друзья Юра и Вадик. Шум и гам, как в каждой школе. Анаида Степановна Сумбатян, заведующая учебной частью школы. У каждого к ней дело, и совершенно неотложное. Нелегко выбраться из этого окружения. Начались занятия. Знакомые звуки. Марш Черномора из Руслана и Людмилы, но в какой-то странной оркестровке. Здесь учатся различать ноты, и вот каким наглядным способом. В середине отбивают целые ноты, справа половинки нот. А вот вступили четвертушки. Это одна из форм так называемого сольфеджио. Теперь споем эхо в ре-мажоре. Будете повторять мои фразы, называя звуки. И это сольфеджио. Занятия сольфеджио бесконечно разнообразны. Они воспитывают слух и внимание и ведутся во всех классах. Детские игры в этой школе считаются серьезным занятием. Любимая игра в кота Ваську. Вот и Васька.
безошибочным чувством ритма наградила природа этого мальчика. Ребята, послушайте, как я собираю. Правильно я играю? Нет. Три ошибки. У них абсолютный слух. Обмануть их невозможно. Школа похожа на громадный музыкальный улей. То флейта слышится, то будто фортепиано. Я играю первый номер. С пятилетнего возраста. Леня, опять ты неправильно держишь скрипку. Возьми скрипку повыше. Посмотри, как надо держать скрипку. Ну, теперь проведи смычком. Игорь – мамин сибиряк, внук писателя мамина сибиряка. Бурят Таврит Гармаев жил в Улан-Удэ, когда узнал об этой школе. Он потребовал, чтобы его сюда отправили. Он настаивал упорно, упрямо, угрожающе. Таврит проделал путь в 6000 километров и добился цели. Молодец, Таврит. Чех Мирослав Русин Шебл. Его отец, талантливый виолончелист, погиб от пули фашистского варвара. В записной книжке убитого была найдена фотография Мирослава. Бережно и ласково отнеслась к нему школа. Разлука Гречанинова. Играет Леня Демидов. Этот ребенок перенес осаду Ленинграда. Его мать умерла во время блокады. Отец погиб, защищая подступы к великому городу. Музыка и любовь окружающих возвращает им детство. Наташа Смирнова. Обучает не только музыке. Она учит также русскому языку, математике, географии, литературе. Светлана Вашенцева делает доклад. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. И ты печальная сидела. А нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Поэзия Пушкина полна таких прекрасных картин. Пушкин очень любил нашу простую, скромную, северную природу.
и умел найти и показать ее очарование. Он сам любил зиму и своих любимых героев заставлял любить это время года. Татьяна русская душою, сама не зная почему, любила русскую зиму. Петя Щенков в доске. Петя, помножь, пожалуйста, 25,8 на 4,3. Не обходится без шалостей. Игорь Козолупов. Третье поколение московской династии музыкантов Козолуповых. Галина Козолупова, у рояля Ирина Козолупова. Игорь Козолупов играет грустную песню Чайковского. Достаточно бывает взгляда и жеста, чтобы ученик понял, что от него хотят. Ария Баха. Унисон. Они добиваются чистоты и слаженности звучания. Профессор Абрам Ильич Ямпольский. Эдик Грач старается и волнуется. Доброжелательно улыбается ему профессор. В этой улыбке чувствуется вся его воспитательная система. Много чудесных скрипачей выпустил в свет этот славный мастер. Его ученики сами стали учителями, мастерами, лауреатами. И вот перед ним уже новое поколение. Маргарита Федорова сдает этюд Скрябина профессору Генриху Нейгаузу. Хорошо, но может быть немножко живее. И затем в конце здесь у Скрябина указано больше акселерандо. И эти басы немножко суше, немножко меньше педали. И потом акселерандо до самого конца. Нас ускоряют до самого конца. Пианиссимо. Ну вот примерно.
народный артист республики Александр Борисович Гольденвейзер. Его игру часто слушал Лев Николаевич Толстой. Многие толстовские страницы навеяны этой игрой. Любовь к искусству, понимание назначения искусства, возвышать и облагораживать душу человека, воспитывает учителя в своих учениках. В кабинете художественного руководителя школы, композитора Шибалина. Исполняется вторая часть сонаты Пахмутовой. Это еще никому не известный композитор. За роялем сам автор Аля Пахмутова. Ну хорошо, Аля. А не слишком ли у тебя далекая модуляция здесь в конце? Вы говорите вот об этой фразе? Да-да. Хорошо, я ее исправлю. Ну ладно. А кто у нас следующий? Коля Каретников сочинил юмореску. Начинающих авторов есть свои музыкальные увлечения. В музыке Коли Каретникова явно чувствуется Прокофьев. Этот автор, по-видимому, держится другого направления. Токата Антона Гинзбурга исполняет автор. Яковлевич Шибалин дает своим коллегам смелые задания. Пишется симфония и даже опера. В классе профессора Ширинского. Татарка Халида Ахтямова играет Моцарта. Занятия кончились, а мы еще далеко не все видели. В школе 486 учащихся и 150 педагогов.
Но сегодня среда. По средам бывают зачеты, концерты. Они происходят в белом зале школы. Присутствуют педагоги и учащиеся. Волнующий день. Стать лицом к лицу со зрительным залом. Для этого нужно самообладание, и самообладание нужно воспитать. Не так просто играть под этими взглядами. При таком составе знатоков особенно трудно выступать первым в концерте. Внимание всего зала сосредоточено на эстраде. Кто же там играет? Юра и Вадик. Готовится к выходу. Ими овладевает то благородное волнение, которое будет сопровождать всю их артистическую жизнь. В школе есть свои критики, строгие судьи. Вот они самые главные. Особенно, которая слева, с косичками. Ниночка. Ее боятся, как огня. Она заметит ничтожнейшую ошибку и сейчас же расскажет всем и каждому. Женя Малинин. Жаворонок Глинки в обработке Балакирева. Сейчас вырисовывается профиль будущего художника. Мягкость, задушевность, теплота, ясная и светлая мысль. Играть!
исполняет дьявольские трели в картине. Поистине дьявольские трели. Чтобы их одолеть, нужен темперамент, виртуозность, исполнительская воля и вот этот азарт вдохновения. Удивительное явление, наблюдаемое в этих ребятах. Мы смотрим на них, как на детей, с снисходительностью взрослых. Но стоит им прикоснуться к инструменту, как на наших глазах они меняются. Перед нами поэт, артист, и мы, взрослые, испытываем к нему почтение. Тамара Гусева, сталинский стипендиат. Исполняется Мефисто вальс Листа. Четырнадцатилетний Игорь Безродный. Вариации на тему «Золотого петушка» Римского-Корсакова.
Профессор Гольденрейзер отмечает у Игоря тончайшую фразировку и свободное владение инструментом. Виртуозной. И все же это только начало. Только начало. Ибо нет предела совершенству художника. Большой зал Московской консерватории. Гордость русской музыкальной культуры. Сюда мы перешли, чтобы увидеть школу на занятиях струнного оркестра. Дирижирует профессор Териан. Они играют на прославленной эстраде, где выступают мастера страны. Сейчас они играют при пустом зале. Но будет время, когда ради них его заполнят зрители. На афишах появятся новые имена. Они продолжат и возвеличат старую музыкальную славу столице нашей Родины, Москвы.